сердце свое отдаем. Служба, где сложно решение принять нам порою. Прокурорское звание с тобою мы с честью несем. И слово закон, он стал нашей судьбою. Во-первых, я вас поздравляю с началом учебного года. В этой связи хотелось бы вам разъяснить, так как последние два года для вас будут, в принципе, решающими, вам предстоит выбор профессии и выбор учебного заведения. Еще хотелось бы вас предостеречь о недопустимости совершения правонарушений, преступлений и противоправных деяний, так как вы еще не достигли возраста уголовной ответственности по определенным статьям, вот, но в большинстве своем уже можете быть привлечены. И посоветую вам все-таки не нарушать, помнить, потому что главным образом это даже не то, что вы не будете поставлены на учет, либо не будете привлечены к административной ответственности. Главным образом это ваше здоровье и ваша жизнь. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, нам известно, что в настоящее время Кингисеппской прокуратурой проводится мероприятие по правовому просвещению школьников нашего города. Могли бы вы немного рассказать об этом событии? Действительно, Кингисеппская городская прокуратура совместно с отделом ГИБДД по Кингисеппскому району и отделом по делам несовершеннолетних во всех образовательных учреждениях города Кингисеппа проведены беседы, направленные на правовое просвещение молодежи, в ходе которых были освещены вопросы важности формирования законопослушного поведения, последствий противоправного поведения, а также об установленной законодательством ответственности за различные правонарушения и преступления. Также для учащихся старших классов были разъяснены условия и порядок приема на государственную службу, в том числе в органы прокуратуры. Обучающиеся активно принимали участие в диалоге, задавали вопросы на интересующие их темы. Вопросы, касающиеся доступности образования, поступают в прокуратуру и от родителей учащихся. Основным вопросом является приобретение учебников и учебных пособий родителями за счет личных средств. В этой связи прокуратура разъясняет, что в соответствии со статьей 52 Закона Российской Федерации об образовании следует, что в обязанности родителей либо законных представителей несовершеннолетних обучающихся не входит приобретение учебников и учебных пособий по учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования. О фактах обязания родителей по приобретению учебной литературы и пособий за личные средства просим обращаться в Кингисеппскую прокуратуру.